На прошлой неделе был подведен итог регионального конкурса по выделению субсидий на реализацию общественных инициатив. Все инициативы, заявленные от нашего города и района, получили поддержку области. Это проекты благоустройства аллеи Дружбы, реконструкция стадиона «Локомотив» и проект по благоустройству поселка Зеленоборский. Говорит о том, что в этом году мы получим порядка, ну, если округлить, 4 миллионов на реализацию всех этих идей. И очень важно, что для того, чтобы реализовать их в итоге, необходимо будет софинансирование населения и софинансирование местного сообщества предпринимателей. На сегодняшний день решается, как именно будет осуществляться сбор средств. Скорее всего, он будет проходить на предприятиях. Также в разных районах города будут установлены специальные ящики. Главное – собрать необходимую сумму оперативно, так как на это дается всего 3 недели. Хоть 100, хоть 50 рублей от каждого неравнодушного кандалакшанина позволят уже этим летом приступить к реализации проектов. В конце этой недели будет заявлен на уровне области и проект по благоустройству создания комфортной городской среды. Из регионального и федерального бюджетов планируется получить на его реализацию 18,5 миллионов рублей. Из них 12 миллионов предусмотрено на проект реконструкции центральной площади, остальное будет вложено в реконструкцию городских дворов. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.